Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Метро 2033. Луч надежды. Надо хоть эту локацию по стелсу пройти. Боже, серьезно? Может позволить ему убить меня? Да, убейте, 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 пацаны. Стоп, а как вообще выбрать ножи? А у меня нет ножей. Наконец-то вы убили. Просто... Он спустился как-то громко. Груз по описи принял? Принял. Куда погрузил? Да где место было, туда и погрузил. Наверх в основном. А точнее, что точно? Тут слишком светло. Они меня заметят. Надо куда-то спрятаться. Может быть. Да блин, тут все закрыто. Тихо, тихо, тихо. Тут можно было подняться наверх. Надо свет выключить. А, он подтягивается, побежал. Я думал, он тревогу побежал включать. Отдохни. Ой. Не этого я хотел. Долго нам тут еще стоять? Да нет, должны уже с вахты идти. А ты сам в той вахте был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемет, и прожектор, и товарищи не подведут. А как зашуршит тварь какая в паутине, так сразу... Так, может стоит спрятаться? Блин, надо назад идти. Там они меня точно заметят. Ну, вы идете, нет. Почему так медленно? Ладно, замяли. И про что там тебе показалось? Стоп. Лучше молчи, а то если до начальства дойдет, на тебя же всех собак и повесят. Парни, удачи вам. Счастья, здоровья. Радуйтесь, что я вас не убил. Блин, а как мне пройти? Мне его придется, что ли, убивать? Все же видно, послышалось. А, нет. Его можно оглушить? Или только со спины, потому что... Тех парней я не мог. Или у них броня покруче была. Здоровенных таких... Так, видимо, у меня туда, здесь ничего нету.
Ладно. Здесь патроны, да? 8 штук. Это очень мало. Ну хоть сколько-то. Ну теперь мне туда и надо. В эту сторону. Ладно. А ну лежать. Не дрыгайся, мозги вышибу. Что это, ловушка? Артём, ты что ли? Это кто? Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но я не отказался выполнять его. Читает он очень тихо. Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги. Стой. Не туда, отсюда нет. Но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли. И теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят. Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Показываю уже. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Регина. Как не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям да штрафбатам. Так что бери. Залезай. Попробуй завести. Мы тут ее все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туда... Да, удачи пока. Поезжай, Артём. Удачи, брат. Так, выйти можно еще. Наверное, чтобы осмотреться. Может, что-то интересненькое здесь есть. Ладно, думаю, можно и не останавливаться, в принципе, а просто ехать. Тут, наверное, опять можно куда-то пойти, да? Или нет? Надо пушку-то посерьезнее взять. А то у меня там пистолет с глушителем выбран. Жалкие пауки. Блин, а я не могу кого-нибудь подстрелить из них? Ну сдохни. Мне придется выходить, да? Не работает. Ладно. Видимо, мне сюда.
целая куча пауков. Пусть свет горит. Как же здесь темно. Что это вообще? А, это вот эти камни какие-то светятся зеленым, что ли? Или это грибы? Я думал, тут воздух какой-то отравленный. Так, пироман достижение. А на обратном пути они попрут, мне кажется. Сейчас как полезут. Беги, беги, беги. Быстрее к машине своей. Все, можно убираться. Тихо. Надеюсь, ты в нужную сторону поедешь. Молодец. Вот только тут не только пауки, да? Можно туда сходить, посмотреть. Ой, ладно. Ничего особенного. А я не могу только свой фонарик выключить. И мне как раз туда нужно, да? Что это? Еще фильтры. Сдох, гаденыш. И этот сейчас сдохнет. Или я сдохну. Так. И ничего здесь особенного нету. Мутанты эти противные. Блин, или туда стоило сходить? Ну, тут мужик, понятно, и пушка. Мне кажется, это помощнее будет. Дробовик. Все, можно идти. Сколько там осталось времени? Блин, я заменил, я хотел часы посмотреть. Почему я не могу на часы посмотреть? Как надо смотреть-то? Вон оно что. Соседняя кнопка. Ну, я так, в принципе, и думал. Замок отстрелить я не могу. С этой стороны ничего. Там вроде как тоже ничего не было. Какое задание? Ну я так, в принципе, и думал, то что с помощью своего транспорта толкать этот вагон можно. Да. Блин, а там я сейф так и не нашел.
У меня не увеличивается разброс при движении. Тогда хорошо. Два патрона, и он сдох. Наверное, в бошку ему два раза попал. Лучше экономнее быть. А то расстреляю сейчас все патроны, и что мне потом делать тогда? Не особо-то быстро мы двигаемся. А я могу целиться? Я и целиться могу. Ай. Только так я вообще нифига не попадаю. Там пройти можно было. Может, мне туда и надо? Ладно, все равно. Труп еще с собой везу. По крайней мере, один. А как они вообще раньше здесь приезжали, он же говорил. Или они не по этой дороге ехали? Наверное, мне надо стрелку переключить. И протаранить это. Там лампочка-то зеленая горит. Вот. Мне кажется, все вышло из-под контроля. Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция. Сопряжение в несколько часов, да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню, не имею права не догнать. У меня противогаз разбился. Мне, наверное, опять нужно садиться или нет? Чего-то он медлит. А у меня все лампочки разбиты, да? Или нет? Ладно, разгоняемся. Аптечку применю. Потому что могу. Доверили ему машину, он ее раздолбал. Я тогда поеду. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас. Если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? Можно я поеду? Стрельба-то какая была? Стрельба! Оказывается, завести надо было.
У нее там нож лежит, ладно, все равно. Там на помощь ты зовет. Нож даже потратил, хотя я мог его оглушить, но... Как дела? Убегай! Еще где-то есть. О, люди пришли. Вылазь реально, хуже будет. Эмля, вроде хрен там какой. Или нет? Блин. Заметил меня. Я хотел нож не убросить. Все как-то не по плану пошло. Серьезно. Боже, отсюда! Они вообще... Чекпоинты делать не умеют. Я столько проехал. Серьезно, вот. Давай, гони скорее. Мне бы пневматическое оружие какое-нибудь. Заводи. Стой, а я не могу сейчас, кстати, заводить. Ты заткнись. Лениным клянусь. Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Заводи. Не стреляй, братишка. Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я вас убью, отвалите от меня. Командовать мне, правда, некем. Неужто? Способные шли другим караваном. На полную. Пришлось его убить, но он развернулся. Блин, тебе бы уходить, женщина. Вот этот второй может очнуться. Грохнуть его, нет? Я не понял, мне чё, реально тебя искать, лошара? Ну ты, сука, попал, если найду. Ты ещё попал. Что?
Это что за пушка такая? Чем она стреляет? Ну тут нет глушителя. Поэтому я пока буду бегать со своим. Так, что касается вас. Все, угомонились. Я попал, что ли, звук такой был? Просто не хочу заново начинать. Сейчас опять меня убьют. Что за бред? А ты чем стреляешь, блин, дурачок? Патроны закончились. В смысле? Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали все. Детишек, женщин. Кто живой остался? Максимум ножей. Я двину дрезину, сможешь проехать. Если давай, отгоняй. У них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша, да? Не спеша. Знать бы еще где это. Я смотрю, и ты не спеша все делаешь. Не торопишься. Блин, я... А теперь про это, да? Брат, спасибо. Я посижу пока тут. Отдышусь. Конечно, отдышись, да. Там, если что, твои люди сзади. Можешь к ним присоединиться. Сколько времени осталось? Блин, я без противогаза, да? Здесь, что ли, ловушка какая? Вот тормоза. Чё они там угнездились? Ну, хоть с этим все удачно получилось. Как они увидели? Ты что ли им доложил? Иди в задницу, я хотел его оглушить.
Я не могу так много людей убивать. Это сильно подпортит репутацию, потом придется... Или вообще никого не убивать, или... Я не знаю. Или уже потом не исправишь ничего, все эти убийства. Я так иногда убиваю кого-нибудь. Но я думаю, это не особо считается. Я думаю, на этом можно закончить. Пока.